Объясните, нахуй люди это смотрят, новый пользователь в чате пишет. Ну ладно, не горячись, ну просто рандомный чел залетел, первый раз нас увидел, думает, два долбоеба хуйней страдают. Иди дальше просто своим ходом, путник. Путник, просто иди дальше, ищи дальше стримеров, которые будут по нраву. Да. Отсюда нахуй. Ну если тебе просто простым языком сказать, то нахуй идешь. Если что-то не нравится, вот это правило жизни. Если тебе что-то не нравится, иди нахуй. Вот просто так хочу тебе сказать, вот по-взрослому. Если ты не понимаешь, взрослый, значит подрастешь и потом поймешь. Что-то не нравится, идешь нахуй. Всем похуй на то, что тебе что-то не нравится, и ты выписываешь. Да он уже в пермаче. Да похуй, я просто написал. Всем похуй на то, что тебе что-то не нравится. В этом чате всем похую, что тебе что-то не нравится. Это закон жизни. Люди формируются в группе. Ну будь мужиком! Ты начинаешь на группу пиздеть, ты идешь нахуй! А наши остаются с нами нахуй! Свэк! Крутость здесь, в чате. Как ты проехался по нему? А вдруг он нормальный мужик был на самом деле? Да я просто... Просто нормальный чел, понял? Ну вот не выкупает юмор. Просто мы не на одной волне, и все. Да я вообще без негатива. Я тебе клянусь, никакого негатива. У меня желание покричать, понял? Так давай я тебя... Давай тоже не... Вот это вырежьте и в ТикТок. Кореш к подписчикам, нахуй. Неуважительное обращение.